Потому что сейчас проводятся исполнительные действия. Почему? Подождите, я прошу. Проходите. Почему мы ругаемся? Ну, у нас есть официальные бумаги, которые подтверждают о том, что данная квартира не принадлежит Медведеву. Батовская. Правильно вы сказали, Медведеву не принадлежит. Я не мешаю. В частном порядке имеете право с ней общаться, решать эти вопросы. Присутствие понятых. Поднимитесь, пожалуйста, сюда понятые. Кто там понятой? Двое понятых, пожалуйста. Один есть, где второй? А кто это понятые? Я их не знаю. А мы их тоже не знаем. Их не надо знать. Кого вам позвать? Вы хотите? Есть представитель ЖК. Это заинтересованное лицо. Да. Я вам объяснил свое присутствие. Вы читайте. У меня вот написано, что у меня суд 25 числа. Вы ознакомливаться будете с бумагой? Да. Валентина Ивановна. Валентина Ивановна, вы ознакомливаться с листом будете? Нет, не буду. Вы не хотите? Проходите, пожалуйста, исполнителю данную квартиру, описывайте все имущество. Понятые. Вы как понятые, мы проходите. Понятые, заходите. Валентина Ивановна, пускай. Соседка сказала, что без ее ведома квартиру продали, они судятся и как выселение. Она тут прописана, документы все на нее приходят. Ну, я имею в виду квартплата, всякие платежки, все на нее приходят, она оплачивает эту квартиру. Ну, так вопросом я точно не владею. Заняли деньги, мы деньги ему отдали, все. Теперь он сделал куплю-продажу нелегальным путем. У меня нет никаких задолженностей, ни по квартире, ни почему. Есть представитель ЖК, прекрасно знает. А кто здесь? Пригласите, пожалуйста, девушку, которая ознакомливалась с листом. Я прошу. Проходите. Заняли деньги, и нас начали шантажировать, начали приезжать, начали двери выбивать, начали угрозы, начали все. В августе последний долг мы им платили. И тут у нас идет суд, Никоненко не сделала неправильно документы по моей квартире. Я до сих пор в квартире прописана, я могу предъявить свой паспорт. Никоненко это кто? Нотариус. Нотариус? Да. Которого вы наняли, да? Нет, не он нанимал. Медведев нанимал, не я нанимала. За БТИ. В БТИ подпись поддельная, и мой заявление, которое я подавала на техпаспорт, я техпаспорт не оформляла. Оформлен техпаспорт без меня. И идут сейчас суды. Суд на 25.06 назначен. Ведет суд Мирошниченко. Суд еще не закончен? Нет, суд не закончен. Подскажите, а документы на квартиру у вас имеются? Нет. Почему? Потому что у меня забрал Медведев. Послушайте, посторонних людей выгоняют из квартиры, чтобы ваши личные вещи никто не похитил. Кто больной? Кто больной? Больной кто? Вот он же. Кто? Женщина. Идемте с нами. С нами идем. Идемте с нами. А идем как я квартиру бросать? Ну, это не наша проблема, женщина, идемте. Так а что значит не ваша проблема? Человеку мы плохо. Женщину везем в поликлинику. В приемное отделение для оказания помощи. Подождите. А нельзя на месте помощь? Нет. Кто вам такое сказал? Я сказал. Что за беспредел? Потому что. Нет, я вы доктор, вы человеку плохо, вы помочь ему женщина, не можете? Женщина, пожалуйста. Я не поеду никуда. Она без сознания лежит. Женщина. Я никуда не поеду. Вы что, помочь не можете? Зачем вы работаете тогда? Я не могу. Я не оставлю. Вам не стыдно за вот это? В приемном отделении гор больницы номер 5. Нам не нужно основание, что ей сейчас плохо. И человеку плохо. Мне плохо. Нам не нужны никакие документы, мне чтобы помощь, было плохо. Мне помощь, окажите все. Вкалите меня и все. Хорошо, помощь просто мы тогда окажем дома. Ну. Давай. Идите, почитайте и все. Исполнение решения суда о выселении Батовской Валентины Ивановны из квартиры 39 в доме 53 по проспекту Металлургов в городе Мариуполе. Так, добровольно должница не выселилась. И провести принудительные действия о выселении должницы не представилось возможным в связи с погодными условиями. Должнице разъяснено то, что ей в течение 7 дней необходимо исполнить решение суда, а именно выселиться из вышеуказанной квартиры. В противном случае 24.06.2015 года, это будет через неделю, состоится повторное принудительное выселение. Вот здесь, где ваша фамилия. Здесь вот вы расписываете. Пиши палец, потому что у меня я не вижу.
Вот здесь вот на...